пятницу 16 октября в Рязани прошла ярмарка вакансий для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Мероприятие было организовано региональным правительством совместно с Министерством труда и занятости населения Рязанской области. Более 20 работодателей предложили соискателям около 700 вакансий. Уже шестой раз поручение губернатора Рязанской области Олега Ивановича Ковалева мы проводим наш марафон ярмарки вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Наш опыт – это богатство региона. Такой девиз нашей ярмарки, и это не случайно. Та работа, которая должна не заканчиваться для вас, уважаемые граждане, мы сегодня как раз для этого, во-первых, информируем о тех вакансиях, которые существуют на рынке труда Рязанской области, и о той возможности обучения переподготовиться для того, чтобы могли дальше реализовывать свои возможности в трудовой деятельности. Ярмарка проходит уже второй день. Участвуют в ярмарке более 20 работодателей, и мы сегодня представляем за эти два дня порядка 700 вакансий. Совершенно различные направления деятельности, как социальной сферы, так и производственной. Мы специально подбирали для вас, уважаемые граждане, я сейчас к вам обращаюсь, тот график работы, который был бы вам удобен. Это гибкие формы работы, чтобы вы могли посмотреть и реализовать себя в полной мере, с учетом тех возможностей на сегодняшний день социального характера, которые, мы надеемся, вы можете реализовать в дальнейшем трудовой деятельности.